А МПО штрафовал компанию ПАЭК, снизился экспорт ячменя, предприятия Остхэм возобновили работу. Об этом и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. С вами новости агробизнеса, я их ведущая Татьяна Шапира. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал совместное предприятие Южная аграрно-экспортная компания. Далее в сюжете. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал совместные предприятия Южная аграрная экспортная компания и сельскохозяйственное производственное предприятие «Болгарка» почти на 4,5 миллиона гривен. Предприятия принадлежат Ростиславу Данильченко и Юрию Кормышкину. Данильченко оштрафован за осуществление концентрации в виде приобретения доли в уставном капитале ряда компаний. «Нива Пивдень», «Надия», совместные предприятия Южная аграрная экспортная компания, «Синтез», «Укрзернопром», «Южные», «Восток», «Гринвилл Украин Компани» и «Константиновский элеватор». Юрий Кормышкин оштрафован по аналогичной статье почти за все перечисленные компании. Все они находятся в Николаевской области. Предприятия, принадлежащие Данильченко и Кормышкину, также подверглись денежным взысканиям со стороны государства. За июнь Украина экспортировала 102 тысячи тонн ячменя. Это на 11% меньше за показатель месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. При этом с начала года было экспортировано более 1 миллиона тонн культуры на сумму около 150 миллионов долларов. Основными импортерами украинского ячменя стали Саудовская Аравия, Ливия, Турция. Напомним, Украина по итогам прошлого года увеличила экспорт ячменя почти до 5 миллионов тонн. Благодаря заказам Аграрного фонда три химических предприятия «Азот», «Ривный Азот», «Северодонецкое объединение Азот» группы Остхэм возобновили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Аграрного фонда. Средства для формирования закупочных партий удобрений и запуска заводов составили около 1 миллиарда гривен. Председатель правления фонда Андрей Раченко отметил, цель транша – общегосударственные приоритеты и стабилизация ситуации на рынке минудобрений. В данный момент компания проходит проверку со стороны финансового мониторинга. Напомним, работа на предприятиях Остхэм была остановлена из-за нехватки оборотных средств и конкуренции со стороны российских производителей. 1693 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию на мировые рынки. Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода. Компании, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, по состоянию на июль этого года увеличились до 734. В перечень вошли ряд производителей мяса и мясопродуктов, молока, рыбы, меда и яиц. Также право экспорта имеют производители майонеза и соусов, желатина и моллюсков. В реестр утвержденных экспортных мощностей внесены субъекты хозяйствования, которые занимаются производством несъедобных продуктов. Среди них предприятия, производящие корма, пух и перо, шерсть и кожсырье, казеин, ветеринарные препараты, органические удобрения, племенные ресурсы. Напомним, в страны Европейского Союза имеют право экспорта 283 украинских предприятия. Молочное скотоводство широко представлено во многих холдингах. В ряде из них оно является не просто социальным проектом, а довольно успешным бизнесом. Но не за горами и новая агроэкспедиция «Молоко-2017». О породах и молочном животноводстве читайте все републикации на latifundis.com. С вами были новости агробизнеса. Смотрите нас каждый вечер. До встречи!